Вот у нас второй этаж. Смотрите, сразу по потолку никаких потеков нет. Очень тепло. Отопление работает как надо. Сразу обращаю внимание, входная дверь. Смотрите, входная дверь Гардиан. Отделка МДФ шпон. Вообще капитальная сейфовая дверь. Дверь сейфового типа. Задвижка, два замка. Очень тяжелая, основательная, легко очень закрывается. Так, при входе прихожка. Смотрите, как грамотно продумано. Здесь электросчетчик с автоматами. Тут же розетка. Тут же прихожей стоит у нас шкаф. Трехстворчатый, купешка от и до. Наполнение здесь полочки. Здесь висячая одежда. Здесь тоже полочки. Все работает корректно, нигде ничего не застревает. Дальше направо поворачиваем, идет у нас ванна, санузел, да. Машинка, кстати, сразу уезжает, но уже выведены, смотрите, розетки. Здесь можно и залив, и слив воды уже подведено. Ванна новая, акриловая, сделано все пластиковыми панелями стеновыми. Змеевик с нержавейки в наличии. Потолок, он тут не натяжной, тоже пластиковые панели с такими вот светильничками. На полу линолеум новый сделан. Такие вот обои интересные. Кухня. Кухня метров 7. Такая она прям ощущение просторной кухни. Останется кухонный гарнитур, духовой шкаф. Новая варочная поверхность, только произвели ревизию газового оборудования, дымоход прочистили, документы на об этом есть. Так, окно у нас получается пластиковое, большое, если обратить внимание. Стены какие толстые дома, дом кирпичный. Ну тут шлакоблок, где-то кирпич. Новый радиатор отопления. Здесь же место для холодильника, то есть останется только кухонный гарнитур, сварочный с духовым, с вытяжкой, чайник, микроволновка, две табуретки, стол и холодильник уедут. И сейчас мы попадаем в комнаты. Попадаем мы, вот у нас сразу направо кухня, вот если обратить внимание, как планировка. Она компактная, но очень эргономичная. Сейчас сразу поясню, как разделить две комнаты. То есть, если обратить внимание, сейчас зал совмещен со спальней, а мы делаем вот там проход на кухне, где холодильник. И у нас будет и здесь дверь, и там дверь. Это вообще безболезненно, не чревато никакими санкциями. Это можно сделать вообще элементарно. Вот здесь будет, допустим, проход в эту комнату. Здесь по желанию можно дверь зашить, можно оставить, как хотите. Если у кого-то маленький ребеночек, допустим, будет, тут можно детскую организовать. Вообще полноценно. Значит, смотрите, окна у нас выходят запад, юг. Вот это у нас кухня, одна комната на запад выходит. А это у нас комната выходит на юг. Здесь же получается балкон. В таких домах, если обратить внимание, здесь очень-очень редко есть балконы. Но он хоть и небольшой, но узаконенный, нормальный балкон. Его можно хорошо полноценно остеклить. Тут у нас опять же, это у нас не частный дом, это у нас магазин здесь. Это у нас магазин. Вот такой широкий порог. Можно перешагнуть. Радиатор отопления и здесь есть. И здесь. Нет, тут уже нету. Все, по спальне. Вот такая компактная, аккуратная квартира. Сейчас, кстати, посмотрим придомовую территорию. И посмотрим остановки общественного транспорта. Покажу, где школа, детские садики. Погнали смотреть. Ну, пойдемте посмотрим сам подъезд. Кстати, в этом подъезде замечательные соседи. Вот такие цветочки они разводят. Все дружные, все благополучные. Поэтому бояться за своих деток не надо. Здесь замечательные соседи. Вот, давайте посмотрим с вами сразу. Вот у нас окошки наши, кухня. Кухня, комната на торец выходит. Но ценник мы определили, в принципе, с собственником.
По обыкновению я его не озвучиваю. Может измениться в процессе продажи. Давайте сразу покажу вам. Вот у нас наши балконы выходят. Давайте, может быть, даже поближе получится показать. Поближе. Балконы. Кстати, 68-я школа здесь. Детско-юношеский центр. Кстати, Горюшкова, это детско-юношеский центр. То есть, это как вот в советское время были бесплатные детские секции, детские кружки. То есть, своего ребенка есть чем занять. Соответственно, с этим проблем у вас уже не будет. Гаражи какие-то здесь, может быть, даже в аренду сдаются. Можно машину ставить. Пишите комментарии, интересно знать ваше мнение, как вам данная двухкомнатная квартира, понравилась или нет. Пока-пока!